Всем привет, мои хорошие! Наконец-то долгожданный заказик пришел. А заказик этот заказала я в основном для вас, для конкурса. И вот такой большой пакет у меня для подписчиков. Там подарочки. Ну и небольшой пакетик это вот для меня. Кое-что я себе заказала тоже. Я вам обещала провести конкурс после новогодних праздников. Правильно? Правильно. Я думаю, что вы об этом помните, и вы, конечно, об этом, этого события ждете. Но я вам говорила, что мне нужно немножко подготовиться, то есть я заказала заказик, он уже пришел, я его получила, праздники прошли, все прекрасно, все уже по домам. И теперь давайте посмотрим, что же я заказала для вас. Первым делом покажу, ну и потом покажу, что я там заказала немножечко себе. Скоро я выпущу отдельное видео, где будет написано конкурс, и там уже будет участие в конкурсе, условия для участия в этом конкурсе. Ну а сейчас я вам просто подробненько хочу показать, что там будет в этом разыгрываться, какие подарки и, в общем, что я заказала. Это все будет уход от Faberlic. Ну, самые главные подарки – это, конечно, туалетная вода Биомонт, Феста де Вита и Каприз. В каждый из подарочков я положу по одной туалетной воде. Еще 3 ампульных концентрата для идеальной гладкости волос, для активного питания волос и для глубокого восстановления волос с маслом амлы. Вообще, я когда крашу волосы, тогда я добавляю этот ампульный концентрат в краску. Ну, можно его использовать еще и по-другому, но я думаю, что, девочки, вам это пригодится. Вот это тоже вам на подарочки. Еще я заказала 4 крема, но 3 крема для подарка, один для себя я оставлю. Это крем для ног, Love называется. Момент любви к своей коже, питание и смягчение. Ланолин есть в составе. Ну вот я тоже решила такой вот взять крем себе попробовать. Когда попробую, вам скажу. Но я уверена в том, что он очень хороший и просто, я думаю, отличный. Вот, так что один я убираю, а 3 крема для вас. Ну и еще 3 крема для рук. Роза. Тоже для смягчения рук. И роза и фиалка. В общем, такой вот пахучий. Будет розочкой пахнуть для вас. Еще я заказала 3 туши. 3 одинаковые туши. Черная тушь. Маскара All Day Fresh. То есть ежедневное применение. Но я думаю, она вам понравится. Вскрывать, естественно, я не буду, потому что все запечатано придет. Заказала еще 3 масочки тканевые. Одна гиалурон, алоэ и жемчужина. Это выравнивающий тон маска для лица, это восстанавливающая маска и увлажняющая маска. Ну, кому какая достанется, я не знаю. Девочки, вот такую я заказала объемную прозрачную губную помаду. Я такой пользуюсь, и мне она нравится. Но она прозрачная на губах, но она как бы создает объем. Но я такой пользуюсь, и, в общем, она такая очень хорошенькая. Но тоже всем по одному этому блеску. Все я запакую вот в эти пакетики от Faberlic. И кому какой достанется, в общем, не знаю. В хаотичном порядке буду запаковывать. Ну, а теперь я покажу вам, что я заказала для себя. Заказала вот эту вот карбокситерапию. Это вот первый и второй шаг, и третий шаг. Но это я уже протестю где-нибудь на видео в каком-то влоге. А может, не влоге, может быть, отдельно посмотрим. В общем, решила побаловать себя вот таким вот подарочком. Ну и концентрат для волос я себе заказала для возрастных волос. Мне такой уже... В общем-то, я их все разные пробую, все так чередую. Ну, такой себе. А вот я еще у дочки попробовала такой BB-крем. Она уже говорила, 6416 номер. Такой же номер, как и у нее. Я у нее его попробовала. Мне он понравился. И он легче смотрится на лице, чем тональный крем. Если, допустим, я не собираюсь краситься, а мне нужно такой легкий-легкий, такой что-то вот сглаживающее нанести, то вот это как раз мне подходит. Я наношу на базу
и он и увлажняет лицо, для лица он приятен и смотрится очень хорошо. Не видно, что там тоналка какая-то на лице есть. В общем, мне это дело нравится. Еще, девочки, масло для волос я себе заказала. Оно у меня уже заканчивается. Я таким маслом пользуюсь. Могу вам порекомендовать его тоже. Вот 3 клика на руку и на влажные волосы наношу после мытья. И волосы становятся шелковистыми, легко расчесываются и блестят, естественно, очень симпатично. Ну и напоследок я заказала концентрированный гель для цветного белья, для стирки. Этот гель я использую тогда, когда я стираю в холодной воде цветное белье и быстрая стирка. Стиральный порошок не до конца может раствориться. И вот в таком случае лучше использовать тогда жидкий стиральный порошок. Вот для этого я взяла. У меня уже закончился один. И я взяла поэтому еще один. Тоже могу порекомендовать. Ну и еще я заказала несколько вот таких вот масочек. Это маска Ботаника. Она не на ткани, она просто вот наносить ее. Ну, эластичность и комфорт для возрастной кожи. Это как раз подойдет мне. Ну и в общем я заказала несколько штук их по акции, не по акции, даже на бонусы, то есть почти мне даром, и тоже подарю своим еще подругам, тем, кто постарше. Вот такая масочка будет. Ну и 3 масочки такие я положу вам тоже по одной в подарочек. Это для ваших, может быть, родных, там маме, бабушке подарите. Но это не обязательно 60+, я думаю, кому там за 50, в общем, эта масочка пригодится. В общем, сделайте подарочки, это еще для ваших близких. Ну вот и все, мои хорошие, я вам показала весь свой заказик. Теперь вы знаете, что будет на подарочках. Я думаю, скорее всего, следующее видео выйдет уже объявление конкурса. Не пропустите, участвуйте. И кому-нибудь один из 3 подарочков вам достанется. Ссылочку на Faberlic я оставлю внизу. Если кому-то что-то понравилось из этой продукции, вы можете заказать также в это все в Faberlic. Ну все, мои хорошие, на этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока.